В эти дни в России проходит профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Цель – остановить волну наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних и не допустить подростков в преступную сеть незаконного оборота наркотиков. Клинская полиция обращается к гражданам за помощью. Жители, располагающие какой-либо информацией о распространителях наркотических средств, психоактивных веществ, о перевозчиках, наркопритонах и местах хранения наркотиков, а также о фактах пропаганды наркотиков, могут сообщить об этом по телефону, который вы видите на своих экранах. Анонимность и незамедлительное реагирование на полученную информацию гарантируется.